Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на штурмовую винтовку компании Strain SR-16 с коротким цевьем. Давайте распакуем его. Это страйкбольная версия короткоствольного карабина на базе М4А1 с кимо-цевьем 7 дюймов с переходящей рис-планкой на верхний ресивер. Сам привод выполнен из алюминиевого сплава, а реплики пистолетной ручки US Palm, приклада Strike Industries Viper Mod 1 из пластика повышенной прочности. Также на нижнем ресивере присутствует оригинальная маркировка Knights Armament Company CATS. Комплект поставки включает в себя сам привод и бункерный магазин на 300 шаров. Привод хорошо подойдет для игры на малых дистанциях в CQB-аренах, хорошо помещается в компактных оружейных чехлах и рюкзаках. Вес привода 2400 грамм, его длина 59 сантиметров. SR-16 имеет вторую версию гирбокса, длина стволика 170 мм. Для установки оптических коллиматорных прицелов привод имеет рис-планку, на которой можно их установить. И по бокам крепление стандарта K-Mod. Также привод имеет пламегаситель с платформой для быстросъемного глушителя. У основания трубы приклада имеется двухсторонняя антапка для удобной игры как для правши, так и для левши. Отсек под аккумулятор располагается в трубе приклада. Привод имеет разъем мини-томия. Рекомендуемые аккумуляторы литий-полимерные и литий-ионные. Переводчик режимов огня имеет три положения: режим предохранителя, режим одиночного огня и режим автоматического огня. За окном гильзоотвода находится регулировка камеры hop-up роторного типа. Отводим рукоятку заряжания, привод встает на затворную задержку и крутим колесико, регулируем степень подкрутки шара. А теперь давайте перейдем от теории к практике. Средняя скорость составляет 118 метров в секунду. Скорострельность 10,7 шариков в секунду. Прицельная дальность 35-40 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующем видео. Пока!